Пресс-центр retail.ru на выставке Prodexpo 2021 продолжает свою работу. У нас снова интересный спикер. Здравствуйте, представьтесь, как вас зовут, какую компанию представляете? Здравствуйте, меня зовут Ходинков Андрей. Я представляю компанию «Авангард», торговая марка «Морское царство». Расскажите, где вы базируетесь, что вы представляете? Красноярский край, город Красноярск, рыбоперерабатывающее производство. Расскажите тогда немножко о рыбе. Какая ваша линейка? Вы там один вид рыбы, может быть, 3-5? Вот очень интересно. Ассортимент нашей продукции представлен более 200 наименований. Мы готовим как весовую продукцию, так и продукцию упакованную. География наших закупок очень велика, от Петербурга до Калининграда. Также широко представлена линейка северной рыбы. То есть самая северная рыба, которая непосредственно ловится, добывается у нас как в Красноярском крае, на севере. Производство прямо у вас в Красноярске, упаковка, там посолка? Полный цикл, да, от получения замороженного сырья до выпуска готовой продукции. Правильно ли я понял, что вы у себя в регионе уже хорошо представлены и уже зарекомендовали себя? Безусловно, мы широко представлены в сетях города Красноярска. Продукция наша пользуется огромной популярностью. Производственные мощности позволяют выпускать объем достаточно большой. Соответственно, стремимся покорить Центральную Россию. Я надеюсь, наша выставка в этом вам поможет, и вы обратите внимание наших ритейлеров на свой продукт. Что хочется бы еще сказать, как вы на себя ощутили пандемический год? Потому что рыба – тот продукт, который люди очень любят, и все-таки спрос на нее упал или наоборот повысился, когда люди сидели дома и хотели себя побаловать? Во время пандемии наша компания переориентировалась с весовой продукции на штучную продукцию, упакованную продукцию, чтобы минимизировать контакт непосредственно с руками человека, назовем это, да. И, соответственно, мы за 2020 год смогли увеличить наши продажи на 20%. Это победа, и, получается, тем самым стали еще ближе к конечному покупателю. Я пожелаю вам широко представиться Центральной России для того, чтобы я мог, как простой потребитель, зайти в любой магазин сетевой и купить вашу продукцию. Спасибо вам большое. Спасибо. Будем рады показать, предоставить свою продукцию.